Имя Махмуд Али Калиматов. День рождения – 9 апреля 1959 года. Место рождения – Эс-Чемалган, Алма-Атинская область, СССР. Знак зодиака – Овен. Восточный гороскоп – Свинья. Карьера – политик, юрист, губернатор Республики Ингушетия. Родился 9 апреля 1959 года в селе Чемалган, Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. С апреля 1977 года по 1979 год проходил срочную военную службу в составе группы советских войск в Германии. В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Работал в РК ВЛКСМ и РК КПСС города Куйбышева. С 1990 года на службе в органах прокуратуры Куйбышевской области, начинал с должности следователя районной прокуратуры. 1990-1992 годов стажер, следователь, старший следователь прокуратуры Кировского района Г. Куйбышева Самары, старший следователь следственной части прокуратуры Самарской области. 1992-1998 годов прокурор отдела общего надзора прокуратуры Самарской области, заместитель прокурора, прокурор Кировского района Самары. В 1997-2003 годах прокурор города Самары. С января 2003 года по август 2004 года первый заместитель прокурора Самарской области. В августе 2004 года приказом генерального прокурора РФ назначен прокурором Ингушетии. В 2007 году возглавил контрольный департамент губернатора Самарской области. С 2012 года работал советником губернатора Самарской области. В декабре 2015 году приказом министра природных ресурсов и экологии РФ назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, управления Росприроднадзора по Самарской области. На посту руководителя Самарского Росприроднадзора Калиматов за три года не запомнился яркой деятельностью и местными элитами воспринимался как бывший прокурор, говорит депутат Самарской облдумы от КПРФ Михаил Матвеев. С учетом его бывшей работы управление Росприроднадзора могло усилиться. Но этого не произошло. Как специалист в области экологии он не воспринимался и был не особо заметным, отметил депутат. Месяц назад он выступил с рядовым докладом в губернской думе. Экологи в региональных СМИ критиковали Калиматова за закрытость. «Закрыт наглухо от прессы, от общественности и от профессионалов», говорил эколог Дмитрий Медведев изданию «Волга-Ньюс» в 2017 году. Глава Республики Ингушетия. 26 июня 2019 года, после досрочной отставки главы Ингушетии Юнусбека Йовкурова, президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. 8 сентября 2019 года в Народном собрании Ингушетии состоялось голосование по трем кандидатам, отобранным президентом Путиным в главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов, Урусхан Евлоев и Магомед Зурабов. Проголосовал 31 депутат, из них 27 за Калиматова. По итогам голосования был наделен полномочиями главы республики на 5 лет. Классный чин. Государственный советник Российской Федерации 2 класса. Государственный советник юстиции 3 класса 30 июля 2007 года. Награды. Нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Семья. Женат, имеет двух сыновей. Принадлежит к тейпу Какухой. Калиматов является свояком бывшего главы Ингушетии Мурата Зязикова, возглавлявшего республику в 2002-2008 годах, они женаты на сестрах. Брат Алихан Калиматов, 1969-2007 года, сотрудник оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковник, герой Российской Федерации, посмертно. Погиб при обстреле неизвестными лицами в 2007 году. Брат Магомед Башир Калиматов, род. 23 февраля 1958 года советник макрорегиона Северный Кавказ Почты России.
ранее директор Управления Федеральной почтовой связи РФ по Республике Ингушетия, глава муниципального образования станица Орджоникидзевская, Сунжинский район, Республика Ингушетия. Ставим лайки, подписываемся, обсуждаем. Спасибо за просмотр!